7 июня. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, единственная россиянка, добившаяся этого достижения, ныне гражданка США Анна Курникова отмечает свой день рождения 7 июня. Она двукратная победительница открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Самая юная участница Олимпийских игр в истории России. На момент ее дебюта на Олимпиаде 1996 в Атланте Анне было 15 лет и 47 дней. Французский живописец Эжен-Анри Поль Гоген тоже родился 7 июня. Наряду с Сезаном и Ван Гогом он был крупнейшим представителем постимпрессионизма. В начале 1870-х годов начал заниматься живописью как любитель. Ранний период творчества Гогена связан с импрессионизмом. С 83 года 19 столетия он стал профессиональным художником. Слава пришла к Гогену после смерти, когда в 1906 году в Париже было выставлено 227 его работ. Философ и публицист Петр Чаадаев также появился на свет 7 июня. Главное его произведение – «Философские письма». Публикация первого из них в журнале «Телескоп» вызвала резкое недовольство властей из-за выраженного в нем горького негодования по поводу отлученности России от всемирного воспитания человеческого рода, духовного застоя, препятствующего исполнению предначертанной свыше исторической миссии. Журнал был закрыт, издатель сослан, а Чаадаев объявлен сумасшедшим.